Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я зашел на аккаунт самого настоящего китка, у него даже ник «Дай нож, дам в два раза больше». Он, ребята, нагло обманул моих подписчиков у меня в дискорде, и прямо сегодня я его накажу, поэтому, ребята, присаживайтесь поудобнее, сегодня будет точно весело. Ну и что получит Дэн из замечательной Кунары Гейши, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий, плюс твой ID, и чем больше комментариев, тем лучше. И третье, самое главное, посмотри все видео от начала до конца, я буду проверять. Всем желаю удачи. Давайте для начала я вам расскажу небольшую предысторию, как вообще все это происходило. У меня есть Дискорд, ссылочки есть в описании, я там регулярно сижу. И вот я вижу, пишет какой-то парень: ребята, кому дать в два раза больше, чем то, что вы даете мне? То есть, если ты ему даешь типа нож, он дает в два раза больше. Ну, ясен пень, это 100% обман, это 100% разводилово. И он таким образом обманул моих подписчиков. После этого я, ребята, решил проверить, он киток точно или нет. Я ему написал со второго аккаунта в Дискорде, с фейка, там, где не знаю, что я кент АПК. И пишу: бро, можешь уже прокачать? И он пишет: давай логин, пароль, дам в два раза больше, я богатый донатер. И я, ребята, был просто в шоке с такой наглости. После этого я зашел с нового аккаунта и сказал ему то, что он попал в прокачку. И я теперь зашел на его аккаунт, и прямо сейчас мы, ребята, его накажем за его обман. Так что, ребята, вам всем приятного просмотра, обязательно прожмите лайк, а я прямо сейчас захожу к нему в голосовой канал. Так, дружище, приветик, ты тут? Конечно. Слушай, ну чё, ты его прокачки инвентаря, ты рад? Конечно, ты шо? Ты, наверное, сделал очень много хороших дел, поэтому ты был в прокачке, я прав или нет? Ну да. Слушай, а почему у тебя ник «Дай нож, дам в два раза больше», и при этом ты хочешь попасть ко мне в прокачку, если у тебя такой ник «Дай нож, дам в два раза больше»? Да не знаю, ну просто это, мне люди, типа, я делаю обмены, типа, захожу в голосовой чат. Ну, то есть помогаешь, помогаешь людям, ну, да? Ну, конечно. То есть тебе дают 100 голды, ты им даже 200, да? Ну смотри, один раз я дал 1000 голды, один раз 10 тысяч дал. Да, слушай, а почему же у тебя тогда такой бедный инвентарь, если ты всем так сильно помогаешь, но при этом сам себе ты помочь не можешь? А так это мой твинк, у меня на основе там это AVM Sport V2. Я понял. Так, ну что, слушай, ну для прокачки тебе надо включить вебочку. Сможешь? Я думаю, это не проблема. Так, вижу, включил. Так, все, вебочка есть, такой-то красавчик. Слушай, такой к тебе вопросик. А ты можешь признаться, в чем там не хочешь или нет? Да нет, вообще ни в чем. Ну, максимум, что я плюнул соседу на бошку, это может, ну, так себе. То есть ты еще соседям на голову плюешь. Слушай, понятно. Слушай, такой вопрос тебе. А ты там случайно, мало ли, каким-либо образом никого там, ну, не обманывал? Ну, просто вопросик. Да ты что, совсем уже какой там, я как-то... Я понял. Хорошо, то есть ты 100% честный игрок, да? Ну да, я даже без читов гоняю. Я понял. Ну ладно, начинаем прокачивать. Как думаешь, на сколько голды тебя прокачаю? На 10 тысяч, как тик-так. А если я тебя прокачаю меньше, что будет? Ну будет говно прокачка. В смысле, то есть если я тебя прокачаю меньше, чем 10 тысяч голды, это будет говно прокачка? Ну да, ты что думал? Я тебя понял. Хорошо. А если я тебя прокачаю на 0 голды, это будет какая прокачка? Я на тебя кину разоблачение, и в YouTube, и в ТТ тебе будет хана. Я понял. Кидок. Слушай, а может тебе вообще прокачки не нужна? Мы сейчас твои боксы откроем и так что-то хорошее выбьем, а? Слышу, пыр, ты чё мои боксы трогаешь? Чего? Просто наказание за наглость. Просто наказание за наглость. Всё, вот эти ведь Аврора, вот это прокачки. Ты зачем открыл? А ты зачем людей? Признайся, сами. Пруфани. Ты людей кидал или нет? Скажи. Нет. Ты обещал дать два раза больше голды, чем они тебе давали или нет? Ну да, я могу, ты мне дашь 240 тысяч, а я тебе 600 тысяч. Я понял. Давай так. Руки убрал, я тебе кому сказал, быстро. Хорошо. Я убрал руки, ты сказал, убери руки, я убрал. Ты совсем? В смысле совсем? Слушай, у тебя еще два бокса осталось. У тебя еще кейс есть. Нет, кейс не трогай, бокса. Нет. Если я его еще открою. Попробуй открыть, я тебе разоблачение кину, что ты кидал. Только не разоблачение. И куда загрузишь? В ТТ и в Ютуб. Только не в ТикТок, ё-моё. Слышишь, смотри, там прикол. Смотри сверху, смотри вверх. Прикол. Оп, птичка, хомзичка. Ты обалдел. Ой. Нет. Ой. И что ты сделаешь теперь? Все, я записал за видео, теперь жди завтра заблучение. А зачем ты людей обманывал?
Ты сейчас врёшь. Ты признаться мне не хочешь? Признаться не хочешь мне ни в чем? Нет, ничем. Уверен? Ни в чем, конечно. Уверен? Конечно. У тебя есть легендарочка. И что? Какая красивая. А давай мы ее продадим за 0,3, потому что это же не твоя легендарка. Ты ж ты подгалим. А это не, это не твоя легендарка. Это ты эту легендарку украл. Нет. Ты эту легендарку украл. Нет. Ты эту легендарку скамил. Забан тебе. Забан тебе. Забан, чтобы не банул. Тебе хана. Слышь ты, ты совсем идиот. Ты что наделал? Ой, слушай, у тебя есть еще одна легендарка, она стоит сколько? Она же дорогая, да? Нет. 117 голды! Слушай, если ты ее тронешь, ты будешь завтра в тюрьме сидеть. Понял? А, в тюрьме? Сразу в тюрьме? Ой-ой-ой. Да. Братан, главное, не на бутылке! Слушай, ну давай, давай, ладно, ладно. Я не за 0,3 я продам, не переживай. Да-да-да, за сколько? Выставлю за 117. Да, я выставлю, выставлю. Ну я выставлю просто за 17! Только попробуй, я тебя реально завтра жди в сливы. Какие сливы? Вкусные будут? Что-то кидок. Сладкие? Конечно, конечно. Понял. Если ты ее продашь, мои пацаны завтра подойдут. Твои пацаны? Нет, только не твои пацаны, братан. Не-не-не-не. Ну я продаю. Я продаю! Иди сюда, родненький! Я им завтра звоню, я знаю твою улицу. Все, жди завтра наряд. Понял, брат? Понял, понял, понял. Завтра будет наряд, твои пацаны приедут. Слушай, ты ничего себе шишка, да, братуха? Ну да. А если я сейчас тебе Акерспорт еще продам? Подожди. Это моя легендарная подскин, я ее самую первую купил, не надо. Подожди, давай так, давай так. Смотри, я, ты подумай, я нормальный человек. Я нормальный человек, ты не думай ничего. Просто скажи правду. Ты хотел людей обмануть? Только честно. Ну, ладно, да, хотел. Хотел. Ну, а зачем ты скрывал с кем-то пока? Ну, я же не дурак, ну, понятно же, ты скам. Зачем ты кем занимался? Ну, ты же нормальный человек. Извини, я больше не буду. Да подожди, ну, ты сейчас это говоришь неискренне. Ты говоришь, это неискренне, я продаю. Я нет, ладно, извини, пожалуйста, умоляю, извини, я больше. Ты даешь слово, пацана. То, что конечно. Ты никогда в жизни не будешь никого обманывать. Конечно, ты шо? Скамить это плохо, никогда не занимайся этим. Обещаешь? Конечно. Слушай, я могу прямо сейчас даже твоей маме рассказать, потому что на тебя уже есть вся информация. Ты реально обещаешь, что ты никогда в жизни никого не будешь обманывать, потому что это плохо. Конечно. Обещаешь? Да. Ладно, братишка. Я тебе дам шанс, и прямо сейчас я тебя по-нормальному прокачаю, конечно, не так, как обычных подписчиков, вот так хорошо. Но я тебе реально дам шанс, потому что я очень надеюсь, что ты исправишься, и больше никогда в жизни никто от тебя не пострадает. Окей. Ну что же, давай, настал твой счастливый момент, и просто запомни одну простую истину. Если ты будешь делать добро, добро будет возвращаться. Если ты будешь делать зло, зло будет тоже к тебе возвращаться. Все, дружище, тебе очень сильно повезло, потому что только что я купил твой скин за 1200 голды. Спасибо. Ну что, после этого ты уже никого скамить не хочешь? Ну что же, как тебя зовут? Давай еще раз с тобой познакомимся уже по-нормальному. Рассказывай. Хорошо, меня зовут Женя. Женючечка, какой твой самый-то любимый-то скин? Ножичек-то какой любимый? Ножик, так, ну, либо Скорпион, либо ножик-бабочка. Понял, значит берем 5 Скорпион, правильно? И берем 5 Фейбл Кейсиков. Так, ну что же, Женючечка, прямо сейчас я тебе желаю удачи, потому что мы уже открываем первый кейсик, и я уверен, тебе прямо сейчас повезет. Так, тебе подает G2 Зоокарбон, хороший скин. Да. Замечательный скин, ребят, нормально, начало очень неплохое. Так, ну что же, открываем еще один скорпион кейсик, и дело будет раз, дело будет два, дело будет три. Женя, говори заклинание, дело будет 4 и... Ахала, махалай, G-команда, ой, скорпион. G-команда, G-команда, выпадает, нормально, заклинание. Так, ребят, нам выпадает... Почти легендарочка, обратно G2 Зоокарбон, слушай, G2 Зоокарбон чуть сильно тебя любит. Так, смотри, теперь давай я скажу заклинание. Абракадабра, Женя, с камеру, Скорпион, Старфол, выпадабра. Так, ребята, и нам выпадает обратно третий раз подряд, ё-моё. А я не понял, почему я с камеры, я же не с камеры. Не, ну ты-то уже исправился, но в прошлом-то ты с камеры, давай еще раз. Ну, да. Блин, я еще, короче, проору, если выпадет G2 Зоокарбон, брат, давай сделаем пусть на G2 Зоокарбон, чтобы он точно не выпал. Давай, так, давай. G2 Зоокарбон, ну я тебя прошу, пройди мимо, пройди мимо. Ой-ой-ой, легендарочка. Ништяк, 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 ой, хорошо. Первая твоя легендарочка. Так, ну чё, делаем открытие дальше. Я дело буст на поднёс самурай, дело буст на Кэрдрэгон. Думай, 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 думай про аркану, думай про аркану, думай про аркану, сейчас будет аркана.
Ё-моё, сколько аркан прилетело, а в итоге АКР Нана выпал. Так, ну чё, Жень, давай еще раз. О, а теперь уже пошли фейбл-кесички. А вот теперь, так говорится, пошел контент по отрум. Ну шо, ребята, дамы и господа, пожелаем Жене удачи. Давайте, Драгонглаз, блин, замечательный скин, мне очень нравится. Просто я скажу только одно. Хэштег удача и хэштег бывшему с камеру повези. И тебе выпадает FNFL Tactical. Блин, знаешь, вот у меня такое ощущение, что Stand 2 думает, типа, да не, это скамер бывший. Не буду я ему хорошие скины давать. Да. Так, ну что ж, Жень, говори, на что делом Бустинский? Давай, я тебе даю про выбор. На Butterfly Dragon Glass. Понял, дальше. И на Starfall. Понял. Жень, слушай, вопросик, сколько тебе лет? Рассказывай, давай признавай. 18. Почти аркана, прикинь. Ё-моё. Жень, ну осталось 3 попытки, сам понимаешь. Давай, короче, я сейчас прям от души постараюсь. Я сейчас скажу волшебное заклинание, смотри. Ахалай, махалай, нож, бабушка, выпадай. Давай, давай. Два вместе. Нож, бабушка, нож, бабушка, нож, бабушка, бабушка. Да, да, аркана, аркана. Хорошо, хорошо. Жалко, что не сотрек, но тоже нормально. Аркан, это твоя первая. Ё-моё, Жень, ну поздравляю тебя. Так, значит, у нас еще 2 попытки. Делаю обратно буст раз, делаю обратно буст 2, делаю обратно буст 3. Теперь смотри, Жень, представь, что нож бабушка Легаси — это человек. Скажи пару приятных слов. Ну, во-первых, бабушка красивая и милая. Так. Красивая, милая, нежная, прекрасная, любимая, поехали! Легаси, Легаси. Эх, М-70 Кибер. Даже не статрек, ну чё, последняя попытка. Пожалуйста, Стэнд 2. Последняя попытка. Стэнд 2, если ты считаешь, что Женя исправился, дай ему хороший друг. Если ты считаешь, что Женя дальше будет с камером, то дай ему рарку. Вот прям сейчас, Женя, мы всё и узнаем про тебя, ясно? Да. Ну что, Стэнд 2, давай, давай, родненький. Опа, опа, па, 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 па. А что это рарка выпала? А? Да я не знаю, я не знаю. А что ты знаешь? Короче, ребята, если вы наберете 10к лайков, то я сниму продолжение и прокачаю бывшего с камеры прям по полной программе и однозначно выбью нож. Так что, ребята, с вас лайк, подписка, пишите любой хороший комментарий, с вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока, подпишитесь на мой второй канал, потому что никто не подписывается. Всех обнял, приподнял, всем пока.